чеченцы заявляют, что они не выходили из состава Российской Федерации. Чеченцы строят свободное чеченское государство. И чеченцы не собираются входить в какое-либо другое государство, а хотят строить нормальные цивилизованные отношения со всеми государствами, в том числе с Россией. И тут же рядом Абхазия, Южная Осетия объявляет, что они выходят из состава Грузии с целью войти в состав России. Поэтому здесь сразу заметен, чей этот след и откуда этот след идет. То есть это рука Москвы. Я разговаривал с абхазскими лидерами в 1996 году после той войны и говорил, открыто с ними говорил, имел разговор и говорил, что мне непонятен смысл вообще вашей борьбы. Как можно выйти из состава Грузии и войти в состав России? Что это за свобода? Что это за государство? Грузины – это близко, рядом, обычаи, традиции, кавказцы. Там более понятно. А в России еще хуже. Там ничего не понятно. Там нет Бога, там нет веры, там нет никаких обычаев, никаких традиций. Там есть хозяин, там есть старший брат, который требует отказаться от своего всего, от религии, от обычаев, от традиций. Быть их марионеткой, жить так, как они хотят.